Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games и, собственно, кратко о том, что в будущем нас ждет в Эврима. Может быть, даже в ближайшем. Если вдруг кто не смотрел стрим Донди и вообще не в курсе, сразу отдельная благодарочка Ланелли за помощь. На мой взгляд, сильное заявление и серьезная переработка в игре. Полная переработка всех камер. То есть вы теперь не сможете крутить головой на динозавре на все 360 градусов, как вы привыкли это делать. Да, это реально правда. Донди показал полное переформатирование и, как сам заявил, что система, которая сейчас есть, позволяет игрокам слишком легко играть и выживать. Он хочет сделать визуальность динозавров гораздо более реалистичной, чем она является на сегодняшний день. Он настраивает каждую отдельную камеру для каждого угла обзора зрения. Благодаря этой новой переработке игроки теперь не смогут, к примеру, увидеть, что происходит слева, если мы будем смотреть направо, или будем смотреть направо, не увидим, что происходит слева. У нас появятся слепые зоны. Мы не сможем видеть, что происходит сзади или вокруг. Огромные дискуссии уже начались среди игроков. Многие считают, что будет трудно привыкать к этому и лучше оставить все как есть. Кстати, Донди работал с переработкой камер на многих видах уже существующих динозавров в игре. Сейчас достаточно легко видеть во время боя или засад, что происходит. Но с новой системой Донди решил еще более расширить геймплей и погрузить в реалистичность игроков глубже. Ему кажется, что все бои среди игроков проходят слишком легко. Мое мнение обо всем этом, что я узнал, конечно, пока тяжело что-то сказать, честно, двоякое. Я за реализм и прочее, но мне хочется посмотреть, как это будет работать и вообще, насколько будет это работать в игре. Я считаю, что это будет, скорее всего, нелегким испытанием для игроков привыкать к новым камерам. Самое главное, чтобы все не обосралось в итоге, если все сделать по уму. Короче, пиши комментарии, что думаешь, и не забывай ставить палец вверх и подписывайся на канал, да. Колокольчик, все дела. Хорошего выживания в The Isle of Rima.